Здарова, дорогие мои, с вами Кастин Ярочтопкин. Сегодня вместе с Кузаком мы в GTA 5 с прикольным шоу «Прыжки в длину». Всем здорово, друзья! «Прыжки в длину». И куда же мы с тобой сегодня улетим? Ну, в принципе, ребята, смотрите. Для тех, кто не знает, кто не в курсе, вот вся карта, которая у нас есть, мы будем пролетать, получается, с аэропорта, ну, грубо говоря, даже с океана, на другую сторону. В общем, там машин очень много, будем даже тестировать стандартные тачки и, возможно, улетим до конца. Что ты понимал, рекорд — это выше горы Чили, это, наверное, раз в 50. То есть у нас тачки же сейчас на максимальном ускорении стоят, и поэтому они будут лететь хоть куда. Именно, без ограничителей. Поэтому давай первый попавшийся тачка, которая тебе попадется. Ну, конечно, тоже как вариант, но она, я думаю, не идеальный. Короче, ребята, мы GTA-шные машины тоже будем использовать, потому что они, как ни странно, летают на этом серваке, а у тебя упал, кстати, прикольненький Rolls, который, кстати, я вижу, вопрос по скорости, только хороший он или нет. Смотри. У меня 189 стояло. Юра! Ну, это неплохо. Смотри, машина может вставать на козла. Для этого нужно прижимную силу использовать. Она иногда помогает. Офигеть, а что так быстро-то? А у меня все равно это без... Понятно. Чё? Я уперся в упор. Ну надо было пробивать ограничения, иначе это тебе не поможет. Короче, смотри. Вроде пробил, но все равно нет. Да? Не знаю. Но я 1200 разогнал свои, я не думаю, что стандартная машина поехала бы дальше. Я прям на билборд приземлился. Прям идеально выбил. Короче, по правилам все просто, ребята. У нас куча раундов. Кто в раунде улетает дальше, чем соперник, получает балл себе на счет. Имейте в виду, такая вот тема у нас есть. Побеждает в конце серии тот, у кого больше баллов. Офигеть. Ты вылетел. 300. Куда я улетел, Юра? Слушай, охренеть, я рос намного легче, чем моя тачка. 1300, а ты полетел аж на Вайнвуд. Охренеть. Ну слушай, неплохо. Правда, лютый рассинхрон, это смотрится так прикольно со стороны. Смотри, короче, можешь поставить меточку через тап, где ты упал. У меня есть правило. Машина за все раунды, которые улетает дальше всех, в конце серии приносит один бонусный балл обладателю, понял? Пока что он будет за тобой. Но это и только начало, поэтому пошли на второй раунд. Да, второй раунд, и смотри, ты был дальше, поэтому у тебя на спаун 3 машины, у меня только 2. Ну и так будем двигать дальше. Понятно, хорошо. Так, у меня 2 стандарта, оба так себе, я так понимаю, ничего интересного. 147. Здесь надо самый быстрый брать, да, как я понимаю, не вездеходные. Ой, а как? Хорошо, господи, ребята, я думал, я тачку прохерил. Нет, все хорошо, у нее просто очень много под капотом, я надеюсь, она полетит. У тебя как минимум есть, кстати, неплохой рамчик. Рамчик должен, в принципе, тоже поехать, наверное. Это не точно. Сейчас проверю. Ну, самая быстрая это у меня машина вот эта. Низкая? Да. Единственное, она может удариться в трамплин, она слишком низкая. Не знаю, доедет она вообще или нет. Имею в виду, что есть у нас такие приколы. Рам, думаю, справится без проблем. Что выбираешь по итогу? Я выберу, ты не представляешь что, я выбираю фургончик последний, потому что у него больше всего ускорения стоит. Серьезно, ладно, я тогда удалил ненужные тачки, пробиваю ограничитель и поехали. Ребята, это у меня вроде сабр называется, это вроде как масл кар. Е-мать, ёб твою мать, чего? 2500 на стандартной тачке? 2500? 2500! Это овер до хера, что ты понимал, у нас читы так летают. Охренеть. Кстати, я горю, поэтому придется тачку, наверное, в полете сейчас ловить. Она по-любому сейчас взорвется. Слушай, я перелетаю церквушку, если ты знаешь, это центр карт. Нормально так. Так, давай, я взорвался. Стараюсь тогда. Опа. Короче, я лечу буквально в взорванной машине. Кстати, она не управляется после того, как взорвалась. Это интересно. Как у тебя дела? А я вот выехал на старт, у меня 2600, 2900, 3000 нахрен. Куда на фургончике? Да. Чего? Охренеть. Юра, я сейчас на челят приземлюсь нахрен. Да, ты будешь дальше меня. Ты будешь дальше меня. Чего? 3000 на стандартном фургончике? Я что, зря фургончик удалил? А сколько у тебя под капотом было скорость? 160 что-то с чем-то там. Ты серьезно? Ребята, стандартные машины настолько легкие, что ли? Я даже не знал. Охренеть, ребята, это еще и океан. Нормально так ты дал-дал ушел. Да реально, да, пошел поплавать в другой район. Короче, это пока прям хороший экстрабалл. Я отмечаю тебя на карте, чтобы понимать, что перелететь эту точку надо, чтобы забрать экстрабалл. Но это твой второй балл, и это жестко вообще. Мне все нравится, да. Я что-то в ахере вообще, чего? Так, морской котик, давай вылази. У нас третий раунд, и мне пора отыгрываться. Что-то начало прям вообще жесткое. Ну что, ну чтобы фургон поехал по 3000, это чего вообще? Стандартный, ребята, красный, обычный. Я такого ни разу в жизни не видел.
Я так вообще никогда в жизни не разгонялся в GTA с этой рубрикой, и ты меня очень сильно удивляешь. Ну, я уже видел много. Ребята, крупногабарит считать не будем. Он просто тупо не полетит. Прицеп. Ага. Серьезно? А было прикольно на автобусе полететь, он так кувыркался бы там. Ну, он бы не разогнался вообще от слова совсем, вот что я тебе скажу. Так, ну, ага. Я после фургончика вообще не знаю, что ожидать, потому что, 138. Ну, хз. Так, Макларен, кстати, которого нету почему-то у меня в базе, и Катафалка. Катафалка, слушай, а давай по приколу Катафалыча, а вдруг, как говорится, давай, через тернии к звездам прям полетит. Все возможно, ребята, я вообще не удивлюсь. На скорость стандартных машин, значит, в прыжках в длину смотреть смысла нету. Мы пробиваем ограничитель, и у нас, ребята, стоит максимальное ускорение в 200% для разгона, поэтому, как бы, ага. Возможно, даже медленные тачки... А сколько у тебя стояло там? Хорошо проеду. Ема, я горю! Это, по-моему, мой новый рекорд. Я сейчас взорвусь, не долечу даже. А, успей телепортнуться в тачку через менюшку. Тогда ты хотя бы знаешь, где она упадет. Слушай, а я раздал 3000, и тебя не вижу при этом. Я тоже 3000 раздал, я улетаю вообще за карту. А, лови, лови себя на высоте, иначе ты вылетишь из игры. Я забыл сказать об этом. У меня вообще, тачка взорвалась, обычно... она улетела куда-то. Вообще, мы обычно над островами фризим машины. Ой, так, зачем тебя добавил? Чтобы понимать по высоте, где мы приземлились. Я выше горы Чилет, ну, на порядок, то есть в полторы горы. А ты куда-то в сторону вообще он улетел. Наверное, тогда за тобой бал, как я понимаю, раз я ее прохожу. Я не знаю, просто прыгни на меня, чтобы ты понимал, или спектейт подключи, что я имею в виду. Если давай, машина давай. Быстро летит, фризимся над островами, вот, ну, по высоте. И по этой высоте потом плюс-минус смотрим, типа, где так. Мы будем. А, ну ты здесь остановился. Я выше был или нет? Ты визуально. Ниже. Ты намного ниже. Ты намного выше был, серьезно? Да, да, я то есть дальше пролетел, и я еще выше. Охренеть. Ну, это просто разгон был жесткий. Ну, а сколько скорость была? 3000 с чем-то. 3 с чем-то, у меня около 3. Короче, если ты говоришь, что ты был выше визуально, чем гора Чилил, чем я, значит, бал тебе. Ну, а мы идем дальше, но я в ахере от стандартных машин. Что вообще? Я тоже. Так, ладно, ребята, я пока в ахере максимально. Типа, да, я проигрываю 3 балла, но, блин, я такого вообще исхода не ожидал от стандартных машин, поэтому... Мне прям нравится такой расклад. Так, у меня стандартный рулс. Ну да, да, по факту, Ламба. Да. Так, у меня, Rolls. Ребята, Халюкс, но я Халюкс брать, наверное, не буду. Кстати, я Ламбу не вижу, сейчас загрузить. Mm-hmm. Так, и я возьму Rolls в надежде на то, что это поедет. 80. Так, ну у тебя, в принципе, тоже вот бизнес-класс есть, средненькая машинка, а Ламбу я пока не вижу. Что за Ламба, интересно, сейчас загрузится? Я на Ламбе попробую, хоть она и низкая, но у нее очень хорошие показатели. Возможно, я пока не могу судить, а вот могу. Хураканчик, кстати, Ламба. Так, я такую знаю, 194 километра в час под капотом. Ну, не знаю, давай попробуем. А у тебя сколько? У меня поболее, но это ни о чем не говорит. Опять А-а-а. Почти 3 косаря, 2900 с копейками. И опять машина горит. Угу. Короче, удара не выдержал никто пока что. Но у тебя высокая. До этого что за тачка была? Напомни. Фургончик был. Нет, нет, нет. Где ты улетел за пределы карты? Там какая-то была адоновская машина. По типу Ягуара, что ли. А, ну тогда да, тогда возможно, если машина хорошая. Как короче, чтобы ты понимал, я сейчас выше горы Чилиот раза в 2.5. То есть эта тачка намного выше, чем предыдущая катафалка. А где ты? Какая скорость у тебя? Скажи. Ламбы не летают. Я, блин, даже до Вайнвуда не долетел. На самом деле, многие ламбы действительно не летают, как и многие машины. Это мой первый балл, это очень хорошо по высоте, я даже думаю, может быть, даже выше, чем у тебя в предыдущий был этот момент, потому что он прям очень высоко. Да, ладно, что? Идем на четвертый раунд. Наконец-то балл отыграл, и наконец-то 3 машины за мной, у тебя только 2. Давай, на самом попробуем. Деле, это важно. Потому что чем больше, ну, возможно, достать что-то интересное, тем лучше. А на байке можно? Смотри, байки мы считали, типа на них можно гладить, но это неинтересно, так как у нас машины сегодня прошли. Ну да, летает, да, я предлагаю тачки. Я не буду их считать, я вот тогда 2 машины. Так. Паровоз Массакрик. Вообще. Ой, шестиколесный. Массакра. Массакра, кстати, это жесткая тема. Серьезно, жесткая тема. Так, а ты кто? Садлер 201. Я, ребята, возьму фургончик, как ни странно, стандартный, потому что вот такие всякие садлеры, да и не только они удивляли по скорости, поэтому, блин, ну, максимально интересно, реально. Я не знаю, как вам, ребята, а мне сейчас максимально интересно посмотреть, что получится.
И, кстати, надо поменять... Быстрее, твой фургончик или Массакра? А, сейчас я узнаем. Массакра вообще ушла. Кипец, какой быстрый, 3400. Охренеть. 2600 фургончика. Массакра, ребята, даже на драге напрямую делала все, что движется и не движется. Вот просто. Юр, я максимальную высоту развиваю только над Чилиадом сейчас, чтобы ты понимал, насколько она далеко. Не забудь зафризиться над островами. Я сейчас через спек посмотрю. Хотя через спек, возможно, мы и не увидим. Она тяжелая, она падает. Ну, главное, над островами ловись. Далеко не улетай. Да, да, да. Вот сейчас ловись. А, там деревья какие-то, серьезно? Я, короче, на рыбалочку приехал, прям в горный каньон, почему бы и нет. Так, давай посмотрим, через спектейт покажет... Слушай, я выше был в прошлом раунде, намного. А сейчас так что экстрабал за мной. Я не долетел даже до Чилида, поэтому такое. Ой, ладно. В каких-то горах. Просто бал твой, а мы, ребята, идем на следующий раунд. Так, ладно. Мне максимально не нравится, что 3 получается 1. Ну ладно же, если экстрабал пока за мной, то 3-2. Но все равно эта погода вообще не делает. Подожди, типа... а сейчас я тебя обогнал, то есть у меня 4-2 вообще. А, разве 4? Или 4-1. Да, да, то есть же я шанс выиграл. Нет, у тебя 3, у тебя 3-я победа. У нас 4 раунда всего было, не? Вроде не, да. Уже больше. То есть 3-1 был счет. И потом сейчас я еще раз победил. Разве? Да. Ну ладно, при монтаже будет более подробно. Ага. Это пояснено. Ой, а трактора не считаются, как я понимаю? Нет, конечно. У меня, ребята, Ферыч. Ферыч очень хороший, очень быстрый. И надо его реализовать, конечно же. Так, автоапгрейд. Пробиваем ограничитель. Чиним, понятное дело. Кстати, можешь покрасить. Чего сразу не покрасил, не знаю. Мне нравятся фургончики. Кстати, да, фургончик уже один раз удивил, поэтому вопрос. Я еще раз так. Взял, даже не смотрел на его характеристики. Ну, по факту. Так, а мне нужно прижимную силу, ребята, увеличить обязательно, чтобы добраться до конца. Потому что она очень низкая. Так, ну я готов. Я очень сильно надеюсь, что я стандартный фургончик все-таки перееду, иначе это будет такое. Короче, было овер до хера, но при этом тачку расколбасило, и как-то я странно в сторону полетел. Я даже, наверное, перепрыгнул, что-то я реально не понял, там... что произошло. А, понял. Так, а я лечу на нем уже 2200. Короче, было 2 с чем-то. Кстати, фургончик тоже обычный, Вань, вот не перелетел, а другие тачки были дальше такие. Ага. Это странно. Ох ты, нифига фургон, себе, фургон как ты улетел. Но я улетел, в принципе, как и в прошлом раунде, в каньон. Это просто, ребята, мой бал. Если я правильно считаю баллы, то вроде сейчас 3-2 должно быть, не считая экстрабалла. То есть 3 за тобой. 4-2. Может 4-2, но могу ошибаться. Так, ладно, ребята, я долетел. В принципе, это не важно. Еще впереди пару раундов, поэтому погнали туда. Так, а у меня что-то там сосед сверлить начал. Вовремя он придумал. Очень хорошо. Так, Volkswagen, это хорошо, это летает. Одиссея, кстати, тоже летает. И летает очень хорошо. Что лучше, вопрос. Потому что и то, ребята, прям пушка. Я возьму Volkswagen. Конечно, фургончик может быть и хороший, но, ребята, сегодня машин не было из реала, поэтому чего бы нет. Так, фургон и Volkswagen, какой-то... Volkswagen, так прям... он вообще сейчас у тебя улетит, пушка-гонка. Да, он должен летать, я тоже знаю, что они, в принципе, неплохие. Но так это или нет, узнаем через мгновение, по-другому никак. Так, ты решил взять вот так вот, да? Да, он там неплохой по характеристикам. Так. Сколько я развиваешь, друг мой? Мне нужна прижимная, потому что он... На козла встает. Ага. Любитель. Он же не заднеприводный вроде. Ну, это зависит на самом деле больше от самой тачки, как она сделана. 2800. Это, по-моему, ты сейчас до конца долетишь. Но это не экстра балл. У меня машина была в разы выше. Не я просто долечу до палета в лучшем случае. Ты долетишь? Ой, как хорошо. Как хорошо едет-то он 3300. Какие 3300 вообще? Почему такие ограничители? У меня такое ощущение, что за счет того, что ты хост, у тебя как-то скорость выше, что ли? Вообще какие-то сказочные скорости. Может быть, я тут поставил на днях М2 себе хороший, может быть, поэтому. Ну да, если М2, то да, М2, конечно, решает. Короче, я долетел в воду, я, получается, уже здесь. Так, я но тоже я так понимаю, ты выше будешь, скорее всего. И нет. О, а я прям в точку прилетел. Так, вопрос. Если ты в воду прям упадешь, дальше или не дальше? Давай смотреть. Так, оба. Ты меня перелетел. Чуть-чуть перелетел буквально, пару метров.
Буквально пару метров перелетел. Вижу, да, да. Да, прям буквально вот рядом. Слушай, это твой очередной балл, и да, М2 решает, ребята. У меня тоже стоит М2, но она работает в половину скорости. Вот что плохо. Вот такие приколы. Ну и, ребята, финал. Предлагаю сделать последний прыжок. Посмотрим, докуда мы долетим. О, устал? Отдохни. Здрасте. Так, крупногабарит не считаем. Гоночный болид прям хреново будет, наверное. Скорее всего, не прыгнет. Ну, там будет, да, больно цепнуться. При ударе будет, да, скорее всего, не очень. О, так, а что, у меня рандом сломался? Франклина, надо же. Ой. Рейнджак. И руинер. 191, выбор. А это 138. Короче, ребята, точно арену вар брать не буду. Придется продать. Нафиг. Это на чем? На браваде Франклина. Не, бравада на самом деле неплохая тачка. Она очень легкая, она хорошая, она должна полететь. Гоночный болид, ребята, даже не знаю. Ну да, гоночные болиды все фуфло. Но ты понимал, это самая херовая тачка слишком, сегодня. Да? 1020. Чего? 1020. Это. На самом деле, только аддоновские гоночные болиды летают, ребята, и это прям, да, это прям страх божий оказался. Еще и ускоряшка не работает. Бутафорская ускоряшка. То есть ты где-то в городе, да, остановился? Да вообще, я даже до моста не долетел первого, чтобы ты понимал. Я прям там упал. А, настолько все. А бравада Франклина, по-моему, это наш сегодняшний лидер. А, давай я подключу спек, посмотрим, насколько... Кстати, ты хорошо летишь. Ой, а я ее починил, и она, нельзя короче... Нельзя чинить, не Маш. Это очень хорошо, это будет очень высоко. Я уже отсюда вижу угол. Карта GTA просто не ощущается при таких скоростях, как будто она вообще за два шага проходится. Но это по она факту. Летит и летит. Так, где моя машина? Вот здесь примерно фриз. Все, фриз. Ага. Ну, это, мне кажется, выше визуально, чем была моя тачка. Зачем машина херово видно, потому что они этот... Как сказать? Синие. Надо их перекрасить, чтобы они нормальные были. А, вот так что да. Я перекрашивал. Да, так что, скорее всего, твоя машина сейчас будет, ну, в разы выше, поэтому, ребята, да. Ну что, вот такая серия у нас получается, друзья. Лайк, комментарий завозите, подписывайтесь на канал. И, конечно же, всем хорошего настроения. Пока-пока. Всем пока.